Анонс и точная дата выхода 264 серии турецкого сериала «Клятва». 264 серия сериала выйдет в эфир 1 октября. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Фариде, которая приходится уступить угрозе Решита, направляется к неизвестному. Эмир пытается понять, куда пропала Фариде. Тем временем Решит планирует другие дела, используя Фериде, которая сейчас находится в его руках. После предложения Масал, подчеркивающего материнство, у Нарин снова появляется надежда. Набравшись сил для брака, Нарин рисует счастливую семейную картину жизни с Кемалем и Масал. Кумру, с другой стороны, сделает все возможное, чтобы испортить эту счастливую картину, которую она не может вынести. Напомним, 264 серия сериала выйдет в эфир 1 октября. Нравится сериал и ждите выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.